20 ноября 1945 года в Нюрнберге начнется первый в мировой истории процесс над военными преступниками. Основные пункты обвинения: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Боязнь справедливого возмездия заставила покончить самоубийством Гитлера, Гиммлера, Геббельса. Но большинство соучастников Гитлера 22 ноября 1945 года предстанут перед судом истории и получат заслуженный приговор – смертная казнь через повешение. Четвертого июня на Красной площади в Москве состоится парад советских вооруженных сил в честь победы над фашистской Германией. Ничего этого ни Штирлиц, да и никто другой на Земле сейчас не знает. Сегодня, 24 марта, мир еще не завоеван. И поэтому полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать. Хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклоняясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня до пьяна, до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.